Полдень против Путина. Очевидно, что власти реагируют на этот полдень. Причем они не знают, как реагировать. С одной стороны, то ли масленицу проводить, то ли запугивать экстремизм. То ли покупать, то ли запугивать, то ли что. И вот то, что они вот эти вот танцы с бубнами устроили, говорит, что что-то беспокоит. А раз что-то беспокоит, это уже сама вся штука успешна. Они чего боятся? Пробуждение политической активности. Соответственно, полдень против Путина – та же самая политическая активность, как и стало проявление политической активности похороны Навального.